Здравствуйте! В этом видео я покажу, как найти третьего пингвина. Третий пингвин находится в локации руины Ивентайда. Он заморожен в глыбе льда. Чтобы его достать, нам потребуется специальный моб. Моб находится недалеко от входа в город Риис. Убиваем его. С него падает обжигающая пушка. Хватайте ее и бегите обратно к глыбе льда. Одного выстрела по глыбе будет достаточно. Забирайте пингвина. Пингвина нужно отнести в переправу Харона, в комнату за Валексом. Спасибо за просмотр!